Если у вас неожиданно снова возникли проблемы со спиной вчера после занятия, как у меня, например, неудачно я вчера наприседал, то есть друг Рома, у которого всегда с собой есть массажный стол и укольчики с диклофенаком. Спасибо тебе, Рома, за спасение моего личного... Пожалуйста, если у вас нету попы, но есть боль, звоните. Хорошо, спасибо. Так, ну что, спину починили, сразу в бой. Сегодня у нас прекрасный денечек субботний. Естественно, из-за того, что выпал снег первый раз нормально, у нас тут все горки в детях, и мы тоже решили не отставать. Лера, давай, сейчас помчим. Сегодня у нас снегокат без мотора, старый, олдскульный, но зато очень веселый, с трамплинами. О, блядь, тихо-тихо. Все, Лера, ну теперь ты меня везешь. Ой! Лера! Все, нормально. Короче, снимать сторис и кататься на снегокате было плохой идеей. Блин, нормально так. Снег попал прям за штаны. Я сейчас покажу такую тему, в которую сам даже не верю, и я это не ощущал лет, прости господи, 18, наверное, с момента окончания 11 класса. Это компьютерный клуб, и он выглядит совсем не так, как те клубы, которых были мы. Но черт возьми, ребята, сделайте выбор, на Дедасте или на Алсауте. Хорошая суббота. Ну посмотрите на это, что это такое, почему эти компьютеры стоят дороже, чем моя машина, почему эти стулья такие крутые, мы сидели на вонючих стульях с компьютерами, из которых выпадали клавиши, что происходит, куда вы меня привели, а? Но зато тюнинговая кола, обычная, да, стоковая, она присутствует все равно, еще и КС 1.6 нет у меня. Так, я не понял, а где пуск? У нас случилось то, что мы не можем найти, где пуск, панель управления и запустить Counter-Strike. Помогите, пожалуйста. Steam. Так, Steam. Регистрировать? Да, по-любому. Ну да. А, вот? А, у нас у тебя есть даже аккаунт Steam. Ну, естественно, у тебя он с рождения есть, Саня. Тебе же 14. Короче, прошло уже 40 минут. Мы пытаемся зарегистрироваться на Steam. Даже Рябин, которому 14 лет по жизни, не помогает нам. Мы еще не начали игру. Степа, во что ты нас втянул, черт возьми? Должно быть весело. Должно быть. Когда уже будет? Сука, раньше было. Заходишь, пуск. Здесь Контра, здесь GTA 3, здесь Эпоха Империи 2. Выбрал, блядь, кликнул два раза, начал, погнал. Все, что происходит? Почему я регистрируюсь? Добавляют друзья. Что это вообще? Саня, можешь еще что-нибудь в чат написать? Ой, как это круто. Дайте я что-нибудь напишу. Так, все, мать вашу. Ну ты, блядь. Кто меня убил?